Поехали, 262. Первый на Лэмбран будет сегодня. Хорошая активка. А! А он теперь работает же, да, он теперь работает. Он теперь же работает на этого, на Шейда. Смешной старт, окей. Привет, Леобой, привет, Моран, привет, Настя, привет, Слепингай. 4v9g в UL2. Просто толку, по-моему, никакого, да, от этого нет, наверное. Типа, а в чем смысл? Даже если я могу это сделать. Что это мне дает? Правда же ничего интересного. Это неплохие статы. А, опять без скорости. У меня уже 2 дня, по-моему, без скорости уже подряд. Это смешно. Такого, по-моему, я еще тоже не видел. Таких приколов. Очень хороший актив. По лицу, конечно, получаю. Шейд никак, я думаю, от этого не спасает. Я не думаю, что как-то влияет шейд на это. Он, в принципе, урон же не блокирует никак. Здорово, Юно. Он умереть может, но он все еще не блокирует никого. Он не блокирует, он дамажит. Но слезы он, по-моему, никакие не блокирует, какие врагов тоже. Он как пирсинг, типа. Насквозь проходит всех. А, она взорвалась, даже не было звука. Забавно. Угу. Заблокировал. Проверяй. Скорость просто убийственно хуёвая. Окей. Окей, найс. Фиксит. Так, пошли это в библиотеку. Может, книжки умные найдем. Здорово, Папа Соник. Скидов, правда, интересно, да. Ну, книжка, кстати... не, все же она не лучше, чем эта башка. Все же эта башка, она безлимитный юз. А там долго перезаряжать. Думаю, не стоит того. Нет, голова ничего не может подбирать. Только может урон наносить. И капы она не подбирает, а это мы тоже. Хочу ли я Киддлстоун? Может быть, хочу. Пусть будут. Все-таки неплохо работать на босса хотя бы. Правда, я не вижу заряд, блин, из-за этого шейда. Перекрывает спрайт мой. Куда? Почему? В другую сторону прыгнул. Не, мне спрайт нравится, что он такой всратый. Не хочу его менять. Не хочу шейда перемещать пока. Может, так весь рам пройдем. Если больше не будет никаких орбиталок. Что, если будет орбиталка, то я, конечно, нахер выкину просто этот скотч наверх. В принципе, не нужен. Либо, если я сейчас найду My Shadow вдруг. Правда, я на сделку пока, по-моему, не особо иду с таким хп. Прям вообще не особо иду. Так, окей, опять Киднестоун. Пять копеек.
Дайте еще одну копейку срочно. Привет, Неономия, да. Здрасте, здрасте. Видели, видели вчера новости. Садситка вас. 3 года от звонка до звонка. Почти, ладно, чуть меньше, по-моему. Это, конечно, прикол. Я такого ни разу не видел, чтоб банили, вернее, чтобы был разбан через столько лет. Это какой-то мем. Там Диманка-то писал давно, что, мол, может, Неономи могут еще разбанить. Я такого не видел просто, что такое может быть. Twitch — это загадочная просто платформа. Как банят, так и разбанивают. Не пойми, как и зачем все делается. Просто приколы. Жесть, что? Это как после этого коронавируса. Планета очистилась, и вот разбанили аккаунт. Теперь можно вернуть. Привет, Турбо. Тут реально My Shadow есть, подожди. Это же была шутка. Тут реально дают My Shadow. Забавный забег, забавный. Я могу и шейды. Подожди, тут теперь 2 тени. И 1 и 2 тень. Бля, какой странный ран. Бля. Как это странно смотрится. Бля. Какой смешной забег, первый. Чё за хуйня? Чё происходит? Дайте копейку одну. Так и не дали копейку. Правда, не знаю, где тень лучше задевать. Слева, наоборот, лучше, а не справа. Ладно. И так надо будет играбельно. Тут копейка может быть. Нет копейки. Так, мы же не на мать, мы не на мать. Слева и справа поставить. Как это сделаю? Они же одновременно фиксируются, нет? Привет, Юрич. Что, я могу сначала этого убить, потом вторую использовать тень. Подождите. Гениальный план. А, ты писал им недавно. А, вот оно что. То есть ты не просто так разбанили. Что-то реально типа делалось для этого. Забавно. Не прошло и 3 года, как говорится. Все-таки что-то изменилось. Интересно, а партнерку вернут, кстати? Кстати, что партнерки-то нету, что обидно. Но партнерка, по-моему, всегда, по-моему, снимает забаны, по-моему, такие. Это, по-моему, автоматом снимает. Может, потом вернут. Тоже выгодно. А что, банили? Я думаю, на Твиче не стоит спускать баны на Твича. Бана не было просто. Просто забыли. Давайте я сделку сначала посмотрю. Бля. Типа это так-то неплохо. Стоп, я же могу сделать... Подожди. Я же в теории могу сделать кости двойные, это же будет вообще капец, тиры это много. Подождите. Подождите. Какая-то грязь, по-моему, тут может произойти. Но у меня столько денег не будет, наверное. Я столько денег просто не высру. Скорее всего. Ёпта. Ёпта, много червей. Привет, Ярго. Сделка реально есть. Есть куда хп вроде слить даже. Привет, Хьюмина.
Только это я потом заберу. Ну там типа сундук был, как минимум. Еще секретку не видел первую. Плюс тут же опять деньги можно заиметь. Мало денег. Хотелось больше денег. Всегда хочется больше денег. Пошли на сундук откроем. Когда мне вообще не отвечали, как-то написал, вы хоть партнерку снимите, у людей деньги забираете в никуда. Они не ответили, но партнерку сняли. Окей. Забавно. А вообще реально. Боже, как это вообще работает? Типа, если человека банят, то есть канала нет. То есть сапки что, остаются, что ли? То есть если ты... То есть ты не можешь даже от него отписаться, по идее, правильно? Раз если канала нет. Типа, как это вообще работает? Там реально деньги, что ли, списывают за подписки на забаненный канал? Это прям тоже какая-то странная херня, конечно. Если это так работает. Там, по идее, не должно сниматься, мне кажется. Ну и в принципе, я, конечно, не удивлюсь. Это еще и так работает. А, можешь отменить, окей. А, ну вообще, да, у тебя же, по идее, все равно же есть, наверное, в профиле, наверное, отмена подписки, наверное, да. То есть ты сам, наверное, можешь отменить, но да. Но формально деньги могут списываться, наверное, если ты сам, типа, не отменишь. Смайлов Фересабоса 2 года. Такое бывает, да. Смайли какие-то святое. Мне повезет, надеюсь. Мне пока непонятно, повезло или нет. Я первый, вряд ли найду секретку нормально, так что буду верить в мешки. Опа! Так. Погоди-ка. Погоди. Ладно. Не, ну ты погоди. 4 копейки осталось. Мы уже близки. Может, с детства первое? Окей. Легчайше. Просто легчайше. Теперь смотри. Мы берем вот это. И идем ломать кости. Причем сами себе. Это нормально. Мог стрин-карту, ну хотя стрин-карту, ладно, вроде нет смысла дипить. Только берем по отдельности, потому что там уже будет больше капа. Идем ломать кости. Блин, такого старта, по-моему, давно не было. Такой смешной сид. Просто охренеть. Привет, печенька. Забег и костяной, и теневой, и какой только не забег. Чего только нету. Надавали всякого. Обмальчик, это правда, мог обмальчик. Давайте, кстати, вот доломаем обмальчика, да. Как раз межполет есть даже. Может, сразу что-нибудь даст, как раз 6 тычек хватает. Надеюсь. Хватило. Не, я тринкет не хочу, меня тринкет меня устраивает. 7 тирейт. А, еще есть хиднестоун, да. Ладно. Теперь, может, хиднестоун даже маленько лишний. На этом празднике жизни. Ну ладно, пофиг. Сейчас когда полет поломаю, все же возьму плаценту. Ладно. Потом все отдадим, наверное. Красное. Ну это прикол. Это прикол, конечно. Я думаю, Шейд скоро умрет, наверное. А, я забыл бомбы забрать. Ну я потому что их оставлял, да. Я их оставлял напоследок. Да пофиг. Кому эти бомбы нужны? И кому это черное хп нужно? Мне что ли? Мне явно не нужно. Терза еще будет подниматься, да. Мне до терскапа еще было, по-моему, много. По-моему. Так что я могу еще тереть бафы, да, если найду просто терзапель. Или найду все костяные еще. То тоже можно ломать еще дальше тирейт. Да, батон может киднестоун зафиксировать.
Батон это делает. Блин, мы что, на хаше, что ли, идем в этом ране? Там, по-моему, на хаше, да, по-моему, было смешно с этим, с My Shadow. С My Shadow и дактейпом. Вроде хаш был смешной. Клей красная. У меня плацента, это... Ничего не изменит. Пока я контейнера не уберу. Можно не париться. Я не парюсь, и вы не парьтесь. Просто расслабьтесь. И получайте удовольствие. Так, ломает? Ну, ты встаешь прямо в хаше этой тенью, и тень срет червей бесконечно. Просто бесконечно. И хаш даже не может тебя, по-моему, атаковать. То есть его все атаки просто захлебываются в червях этих. Что-то, по-моему, такое было. То есть вот такие черви будут постоянно спавниться, вот эти черви, видишь? Черви. Они будут кушать хаша. Очень-очень сильно. Хашу будет очень больно. Скорее всего. Я, по-моему, это один раз только, по-моему, тестил, по-моему, когда только был, наверное, реворк, наверное, больше, по-моему, особо и не смотрел. По-моему, ни разу не было такого забега, чтобы я это мог использовать за все время потом. Это такая, по-моему, довольно редкая синергия. Потому что My Shadow берешь редко в целом. Потому что он все-таки без дактейпа, ну, не прям сильно полезен. Он как бы полезен, если там враги на тебя бегут, понятно, там что-то можно сделать. Типа, когда враги тебя пытаются догнать, то они бывают на тени, то натыкаются так. Не мега полезно этом. Но зато с дактейпом, конечно, да, это... уже другой разговор. Это уже другое дело. Привет, Бужик. Камень. Тень сдохла, все. Первая тень, она типа не сильно долгоиграющая. Она урон получает и может умереть. По-моему, многие этого не знали раньше. Хотя сейчас, наверное, многие не знают. Потому что это опять же айтем полубесполезный. Кто за ним смотрит. С помощью ВВ плюс я как-то это увидел, что он может умереть, и охуел. Типа, куда он делся? Мне казалось, он реально может умереть. Внезапно. Бля. А это тупик. Че себе. Я не хочу на Сокруму фармить. Потому что хочу дьявола увидеть на самом деле. Поэтому я не хочу фармить Сокруму. Я не хочу ангела получать. Мне надо 3 красных слить хп еще в идеале. Максимально быстро. Сокрума я не хочу. Я хочу на дьявола пойти. Я хочу Весла активировать. А без сделки я не активирую, потому что у меня плацента теперь еще будет срать. Надо сливать контейнеры красные. Господи, капец, ёбка. Черви, червя съели. Эй, блять, куда? Бля. Сейчас починю. Это, видимо, самое дальнее, да, что можно сделать? Просто смерть. Кстати, бифы влияет на них? Я не знаю. А, тут делки нету. Тогда ладно. Тогда Nevermind, тогда пошли все же пофармим. BFF на червей, что-то не помню, этих влияет или нет. Но может быть и нет. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10. А, ну и заебись. Ну и нормально.
Пойдет. Блин, криво. Погоди. Погоди. Во. Кстати, была бы скорость 2.0, наверное, можно было подальше тень запихать, наверное. Просто типа по инерции. Дальше бы, наверное, убежал бы от тени. Я все же полагаю, это от скорости зависит сильно. Было бы логично, наверное. Да, господи. Здорово, Пандиджитал. Хорошо, да, я думаю, успеем. Надеюсь. Голову даже уже забыл, что она еще есть. Черви нормально жрут, да. Опять сакрума есть, но не. Тут уже точно нет. Еще крампус будет наверняка. Ах ты ж тварюга. Бомба. Посраш. Блять, я бы успел. Ну ладно уже, похуй. Я думаю, даже успел бы, наверное, с этими червями. Ладно, может быть, нет. Так, мы куда шли? Правда, я бы тогда прибыл бы сделку, скорее всего, если успел бы на Бусраш. У меня уже камень есть, да, то есть мне тут взрывать особо нечего. Ладно, верни полет, если так. Верни полу похуй на весь сел. Полу пох. Здорово, Дарситиус. Да теперь еще будет удобнее юзать мои шедоу с полетом. Здорово, Бэтмен. Ключи нужны. Хотя бы 2, в идеале, хотя бы 3 на хаша. Упс. Рейки. Скорость, да, увеличилась, сейчас можно. Правда, не знаю, мне стоит ли вообще делать прямо больше расстояния. Shade died, Horopolis. Shade can die if he deals like some amount of damage during the run. It's actually a thing. It's mortal. Ни одного ключа нет. Офигеть. Просто ни одного. Тень, да, одноразовая. Даже черви, которые из нее уходят, они типа на одну руму. Они даже не на этаж. Я охуел от этого. Даже черви из нее одноразовые. Все настолько плохо. Ешьте, ешьте. Едьба. Блять, муха не умерла. Тирает. И черви охуенные. Черви реально охуенные. Именно эти. Шейд так себя ещё. Вот эти черви хорошие. Эти черви нормальные. Вау, ключ. Чем до бархата зайти, там уж подключи. Ну хорошо, там успеем. Тут все нормально.
Я мог... Ну хотя ладно, выслабился бы не активировал. Плацент. Плацента все равно бы заруинил. Пофиг. Что бы временно активировать? Или наоборот, деактивировать временно. Сейчас сделка будет, может, что-нибудь на 2 хп будет хорош. Было бы нормально. Блять. Черви их особо не останавливают. Хотя, как бы вроде они их останавливают, но, видимо, там они смогли пройти мимо. Как бы да, активация была, но не очень долгая. Очень-очень временная. Триал-версия весела. Там еще не может, наверное. Ладно, забей. Ебать, хорошо, я там застрял. Ебучая фолс ПХД за 3, блядь, синих. За что? Зачем и за что? Ладно, похуй. Все равно активирую. Блядь! Шипы. Еще доиграюсь, по-моему. Точно доиграюсь. А, ну да, ну что, не буду даже сделку иметь. Ладно, похуй. Я думал, что оно все-таки мне переиграет. Не переиграло. Ну-ка. Еще тебе рейд. Тоже полезнее будет, наверное, хп дает. Были ключи. Было 5 ключей. Так, потом не забыть, куда мы идем. Мы идем вниз. Ага. Даже не там. Ну и ладно. Короче, пошли хаша червями кормить. Погнали. Ну вот такой файт. А ща он может как маленько что-то там хуярит, но не особо. Блять, уже получилось. Из-за я сам не стреляю. Кстати, эта версия может наоборот хуже будет. Окей, мне еще весло, если уж нормально. Ну вообще смотри-ка, не, он так-то может хуярить. У него маленько получается нагрызаться. Все, мне казалось, он вообще ничего не будет делать. Он так-то атакует. Немножко, но атакует. Думаю, это будет полегче. Мухи прям пиздец душат. Мух он точно может, наверное. Мухи точно обойдут этих червей. Ну-ка. У тебя нормально. Ну, короче, на хаша, конечно, все равно это довольно, блядь, новая хуйня. Типа, сильно не зачилишь один хер. Так, где стоять, это будет стоять. Стоять. Это такая маленькая дальность, серьезно. Очень херовая дальность. Главное не улететь. Это будет очень неловко. Баные, блять, мухи, сука. Я из-за мух, блять, не смог нихуя сделать.
Жопай приятный. А, да. Вообще, думаешь, я это как-то обойду. Блин. Ну, короче, думаю, такая себе идея. Дальше играть My Shadow. Лучше больше не будем, наверное, пока этим играть. Так, мы шли вниз. Ну, еще пару рун таких, в принципе, стрик, по-моему, закончится. Еще пару комнат с этими анусами, с лазерами. А у меня еще и бомб нету. Спасибо за 250, Питер. Блин, бомбы нужны. Тут, блин, костры. Бомбы. Блять. Просто Кинстоун с чревотом. Блять, не хватает дальности, сука, ебаная дальность. Как же дальность овнец. Вау, все, трахнули. Окей. Ну, ничего не отыграл. Там был меч или там были костры? Там были камни. Он же не взорвет по центру все, да? Он нихуя не взорвет, а не он все взорвет, окей. Ага. На этом костер. Бежать. Опять мем, который меня, по-моему, нахуй сейчас убьет. Этот ебаный мем, что-то зря, конечно, хуйней занимался в этом ране. Тут-то параша на самом деле, у меня кроме... Ну не параша, но типа кроме тени-то так-то нихуя веселого-то нету в этом ране. Типа терзы много, но... Как-то толку от нее вообще не ощущается. Никакого. Ладно, может ощущается. Короче... Непонятно. То ли есть ран, то ли нету. МС билд. Умри, после чего он не умирает. Пизда пихает гридов, конечно, на этом шеволе. А то в магаз пошел, а не в шевол. Не было жад помеченных, не видел. Так, это взорвать. Ну, ладно. Продолжу бомбу оставил бы, наверное, под этого. Фоном. Ну пофиг. В принципе, первая фото легко проходит. Ну-ка, вторая. Нормально, окей.
Кусайте ногу этого еблана. Кусайте, кусайте. Куда его? Спасибо за весел, очень вовремя. Охуенно вовремя. Дали весел. Эту беру. Ничего. А, далеко улетели. Вопрос туда ли? Может быть туда. Очень может быть, что и туда. Да, нормально. Ой, опять тянутся лазерные. Пошел нахуй, просто нахуй иди. Кто эту хуету придумал в виде врага? Просто иди нахуй, тварь. Ну окей, лэмб, лэмбу пофиг. Мака, ладно. Смешно, но что-то было страшно. Привет всем, кого еще не видел. Я в чат что-то не смотрел сильно, не до этого было. ГГ 262.